Привет! Это игра под названием Resident Evil. Мы продолжаем. То есть она отходит от прицела. Какая хитрая. Ладно, пошли. Стрелять я буду, если что, пистолетом. А если я просто... Да, если я не целюсь, она просто бьет ножом. Это хорошо. Там какой-то здоровяк. Там чмо какое-то. У меня уже 3 куста есть. Мне кажется, им откроют камеры потом. Не просто же так они там сидят. Ладно, идем. Бойся того, кем станешь, и стань тем, кого боишься. Что? Это кто тут поэзию цитирует? Тебе страшно? И не говори. Поговори со мной. О чем ты говоришь? Браслеты меняют цвет, реагируя на страх. А ты вообще кто? Столько страданий. Ты пока даже не знаешь, чего бояться. Она с нами говорит или сама с собой? Хороший вопрос. Нужен ключ. А я могу его пришить? Он сейчас сломает, да? Сломает или нет? Он агрессивный такой. Может, стоило ему в качан выстрелить? Я не могу его ножом ударить? Блин, не достаю. Ладно, пока. Расслабляйтесь. Я пойду. Что тут у нас? Карта исправительного центра. Отлично, у меня есть карта. Записочка, да? Усиление мер безопасности. По распоряжению директора я ставлю огнедышащий бюст напротив выхода. Эта штуковина изрыгает нешуточное пламя. Даже если несколько испытуемых сразу попытаются прорваться, все они гарантированно поджарятся. Тебе не пройти. Пусть теперь попробуют сбежать. Так, о чем речь? Похоже, это выход. Зуб шестерни. Нужен или она взяла? Наверное, нужен. Вот это что такое? А как мне туда пройти-то? Ясно. Может, это просто уберется. Заперто. Так, это потом... Возможно, включится. Ладно. Наверное, мне сюда. Фигово она светит. Отрывок из рассказа Кафри в исправительной колонии. Путник спросил. Он не знает собственный приговор? Офицер ответил. Сообщать ему его бесполезно. Он ощутит его на своем теле. Вон, я могу оттуда взять эту шестерню. Стоп. Так, 100 бонусных очков. Глянь на эту машину, в ней что-то застряло. Она не работает, питание нужно. Наверное, тока нет. Может, выключатель где-то есть? Может быть, может быть. Жгут. Повязка, останавливающая кровотечение. Вы можете ее использовать даже тогда, когда она находится у партнера. Тут у нас что?
Вы можете улучшать и обменивать оружие за верстаком. Улучшение. Установка и удаление специальных деталей для усиления оружия. Обмен. Перестановка оружия из инвентаря в запас и обратно. О, огневая мощь 630. Как это работает? А, типа у меня ничего нет. Я понял. А вот и детали. Урон. Уровень 1, 20 он дает. Но самое то для пистолета. Давай поднимемся. Посмотрим, что там. Еще одна дверь. Заперта. Что ты скажешь на это? Ну пошли обратно. Мойра, я тебя подсажу, попробуй залезть. Хорошо. Может, стоило наоборот поступить? У тебя же есть пушка. Заперта, да? А, то есть она не может без нее выходить. А здесь что? Клэр, сюда! Спасибо, что открыла дверь. Идем. Может, когда выберемся, найдем себе подмогу? Может быть. Так, сохранение. Идем. Ты могла бы всегда фонариком светить. Будет кто идти, нет? Заперты с другой стороны. Там у нас записка имеется. Ладно. Я лишь хочу отсюда выбраться. Не будем забегать вперед. Еще травка. А у меня есть какое-нибудь ограничение на эту траву? А, вот, только 3 в один слот. Ясно. Ясно, ясно. Воу. Дерись. А может, стоило на эту женщину переключиться? Блин, я не могу урон посмотреть. Какой урон у ножа? И у ее лома? Может, для экономии стоит переключаться на ту? Но она замахивается долго. Но удары у нее явно тяжелее. Дорогая мама, не знаю, прочтешь ли ты это когда-нибудь, но ты мне нужна. Нас называют подопытными. Нас пытают каждый день. Каждый день. За что мне все это? Почему это происходит? Мне очень больно. Каждый день я боюсь того, что будет дальше. Мама, пожалуйста, пожалуйста, помоги. Свое письмо он так и не отправил. Так. Прыщ ходячий. Но нет. И... Лупи. Блин. Подстава. Урод.
Ладно, отлично. Можно пойти вниз. Что у нас тут жгут? Кто-то там дышит. Да, свети в него, свети. Раз ему это неприятно. Это я не могу открыть. Здесь у нас... предупреждение о проведении эксперимента. Датчики, которыми оснащены испытуемые, будут измерять их уровень адреналина и норадреналина для расчета испытываемого ими страха. Цвета означают следующее состояние. Зеленая норма, оранжевая тревога, мигающий красный страх, красная мутация. То есть это у нас как раз такой, да? Если датчик загорается красным цветом, то испытуемый уже находится на стадии мутации. Его нужно немедленно застрелить. Но у нас оранжевый. Или сначала вниз спуститься. Я просто не знаю, куда мне идти. Здесь есть что-нибудь? Свети лучше, женщина. Вон, посвети туда, там же что-то есть. Патроны. Отрывок из романа «Кафки. Процесс». Человек изъявил желание пройти через ворота. Привратник ответил: «Если в самом деле хочешь пройти, нарушь правила и иди. Но предупреждаю, я лишь скромный привратник. Увидев тех, кто за воротами, ты задрожишь от страха». Открыто. Блин, ну пошли тогда вниз. Некоторые ящики нужно отпирать. Для поиска точки отпирания перемещайте курсор. Расположение точки отпирания можно определить по цвету курсора и вибрации контроллера. Подсказка о точке отпирания дается только на первом ящике. Иногда точек разблокировки несколько. Чтобы разблокировать коробку, нужно найти все. Попал. Так, ящик с деталями и там. Я не узнаю. Блин, надо вот это все собирать. А не той. Идем в подвал. Посмотрим, что там. Может, тупик. Убегай. Быстрее. Беги. А я не знаю, куда. Ну ладно, пошли, сходим вон туда сначала. Здесь ничего нет. Пошли, посмотрим, что там. Не открывается? А, это тоже спуск. Только с другой стороны, да? Да. Этого громилу можно и ружьем мочить. Нифига! При очень сильном попадании у вас начнется кровотечение. Во время кровотечения вы не можете бегать и непрерывно получать урон. Остановить кровотечение можно жгутом на экране предметов. Как? Боже, беги. У нее тоже кровотечение или что? Ты жирный дурак. Отходи, отходи, глупая.
Нет! Блин, она страдает. Все, сдох. Козлина такая. Нужен ржавый ключ. Так, добивай. Так, перезаряжаемся. Берем пистолет. Еще одна такая бутылочка. Ключ какой? Ржавый? Да, ржавый. Это можно подвинуть или сломать? Посмотрим, что здесь. Да отойди, блин. А. Ну ясно. Им камеры открыли, да? Пошли отсюда. Потом, когда вот эти штуки будут работать, я не знаю, будут ли они ему урон наносить, но можно будет его сюда заманить. Чтобы патроны не тратить. Их здесь надо экономить, я так думаю. Отлично. Это кто? Жуки, конечно, жуки должны были появиться. Но они... дохнет от одного удара. Там ведро какое-то. Я сейчас спрыгну, и это начнет все работать, да? Ну, прыгай, ладно. А может, их не обязательно убивать? Или они враждебные? Норм она откидывает. Давай я подсажу. Если ваш партнер погибнет, пока вы отделены, игра закончится. Во время отделения будет отображаться значок партнера. Когда у партнера останется мало очков жизни, значок замигает красным. Значок также указывает, запрещено ли переключение персонажей. Партнеру можно давать простые команды: следовать, ждать. Заперта. Блин, сейчас все заработает. Что, ты шутишь? Непрерывное свечение фонарем в глаза врагу с помощью кнопки ослепляет врага и делает его уязвимым. Давай, бей его по голове. Нормально. Тут ничего не лежит. И не светится. Мне туда, наверное, попасть можно. Эй! Вонючий жук. А в смысле? Вали оттуда. Куда? Как? Вот здесь можно запрыгнуть. У нее совсем жизни не осталось.
Или осталось? Это просто свечение было. Блин, ну здесь я уже не пройду, да? Как я понимаю. Тогда идем назад. Топаешь? Все, возвращаемся. О боже мой, ты в порядке? Да, из меня чуть котлету не сделали. Барри, это всем рассказывает. По крайней мере, ток включили. Должно помочь. Теперь надо того урода заманить. Отойди. Блин! Тупой урод! Отпрыгивай! Еще! Да ну боже! У нее кровотечение, да? Хана ей. Это не избавляет от кровотечения, да? А как ей помочь? Мне надо туда забраться еще. Как-то. Не получится у меня. У него на голове защита, что ли, какая-то? Доведи его сюда. Иди сюда. Давай, дохни, 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 козлина. Сдох? У меня растений нет вообще. Так, ничего нового. Откуда они повыходили? Может, сверху? Здесь нужен ключ. Куда уж мне там надо было идти-то? Не сюда, наверное. Блин, дура! Я хотел затормозить! О боже. Серьезно, отсюда? Ну, может, так даже к лучшему. Идем. Да боже, в прошлый раз он быстро откинулся, придурок. Я готов. Мочи его. Все, идем. Здесь мы закончили, надо вернуться назад. Yeah,
Блин, почему она не бьет? Вот вдвоем бы мы его забили по-быстрому. Как же она фигово светит. Кто тебя учил пользоваться фонариком? Нет, стоп, не сюда. Вот, свети туда. Что там? Трава. Ну иди сюда, урод. Ослепляй его. Никакой помощи. Тут у нас записочка, которую я читал. У него шлем на голове. Задолбали уже. Неужели так сложно сдохнуть? Откуда вы все пришли? Это не откроется. Но я иду в правильном направлении, наверное. А, здесь тогда дверь открыли, да. Вот. Вот там еще и мужик какой-то. Гадость. Так они людей пытали. Ну нет. Я хотел тебя толкнуть. Отлично. Он сдох? Быстрее, быстрее. Вот этого безумца надо заагрить. Иди сюда. Ты, чмошник, иди сюда, тебе сказали. Иди его сюда. Да, он идет, хорошо. Давай, быстрее. Ой, он такой тупой. Все, отдыхай. Ой. Ладно, пошли отсюда. Так, мне не сюда, мне вниз. И сейчас все камеры откроются. Надо бежать, наверное. Мне патрон на всех не хватит. Бежим сюда. Путь переградили. Где эта фигня? Главное того убить и все. А это дрищи вонючие. Ясно.
Дохлые? И как их бить? Пошли, 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 пошли. И ты пошли. Там я, наверное, не пройду. Я не хочу рисковать. Идем, идем, идем. А вот это что такое? Ясно. Это можно было крутить. Идите сюда, я здесь. Ты, тупица. Сказали бы сразу. Нет, не в ту сторону, дура. Так, он упадет. Давайте быстрее. Они не могут друг друга бить. Все. Ждем. Если бы я сразу знал про это, было бы лучше. Экономнее. А почему так долго открывай? Они живы? Один уж точно. Я здесь, иди сюда. Ты откроешь или нет? Ну же. Не прошло и года. И это еще не все. Помоги мне. Глупая, блин, стоит там. Все, валим, подруга. Сохранение. Ну и паршивое же это место, как думаешь, где мы? Думаю, на этом можно закончить. Пока.